Продолжаем выпуск. В Баргузинском районе сейчас готовятся встречать 500 лыжников, которые в эти дни съезжаются в республику на Байкальский лыжный марафон. Он пройдет 19 и 20 апреля в селе Максимиха. К нам приезжают почетные гости. Это бронзовый и серебряный призер Олимпийских игр Ручев Василий Васильевич, его жена Чапалова Юлия Анатольевна, трехкратная олимпийская чемпионка. Вот, мы их ожидаем 19 числа, их приезд. Также приедут делегаты ФИС с Италии. Пойти на лыжах по льду самого глубокого озера мира приедут спортсмены из Чехии, Эстонии, Китая, Японии и Монголии. На марафон ждут олимпийскую чемпионку Юлию Чапалову. Алиса Жамбалова, которая сегодня вернулась в республику, тоже заявила об участии в марафоне. Да, но это домашний марафон, там уже свое удовольствие и отдыхая. Глубина воды под трассой достигает 200 метров. Верхний слой байкальского льда подтаивает и образует крупные кристаллы. По нему можно двигаться со скоростью почти 30 км в час. Такой лед лыжники называют «шах».